Наверное, вы уже слышали про эти самые метрики, метрические записи, церковно-метрические книги. Это один из генеалогических документов и, не побоюсь сказать, самый востребованный. А также один из самых понятных нам, современным россиянам, потому что является предшественником свидетельства о рождении, браке и смерти наших современных ЗАГС. Метрические книги делятся на разделы, на записи о рождении, браке и смерти. В конце 18-го, начале 19 века эти разделы могут располагаться на одной странице, просто разделенные вертикальными чертами. Как вы будете искать записи о рождении своего предка? По имени и дате? Не советую. В те времена имя в метрике могло отличаться от того, что человек использовал в быту. Совершенно. И это может завести вас в тупик. А дата? Число и месяц в метриках всегда по юлианскому календарю. А та дата, что держите его в голове, может быть по григорианскому, здесь может быть путаница. И даже год рождения стоит смотреть как нужный год плюс-минус один год, в том числе из-за этого сдвига в 13 дней. Получается, что наиболее надежный способ – это смотреть по именам родителей, именам, фамилиям, отчествам и по населенному пункту, если вы уверены в нем на 100%. Ищите фамилию и в восприемниках, это крестные по-нашему. Как правило, они находятся на правой странице разворота. Даже если это не рождение вашего предка, вы, найдя фамилию, будете уверены, что нужные люди, ваши родственники, бывали в этой церкви. Посмотрев нужный год, несколько соседних, и не найдя искомого человека, пересмотрите эти года целиком, уже без фильтра по записям. Это самый надежный способ, и не проведя поиск таким образом, вы не можете быть уверены в отрицательном результате.